Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, но сегодня у нас не про виноград, а про тыкву. Осень – время сбора урожая, не только винограда, но и других всяких овощей. И часто у нас возникает вопрос, выросло слишком много, что с ними делать? В моем случае я садила тыквы порционные, и они должны были все вырасти вот такого небольшого размера. Но некоторые тыквы решили пойти другим путем, вырасти в размер гораздо больше, и не всегда удобно такие использовать. И я решила сделать из них вкусное, достаточно полезное лакомство, и рецептом его я делюсь с вами. Тыкву очищаем от шкурки, от внутренности и нарезаем так, как нам удобно. Можно нарезать полосочками, можно дольками, можно кубиками. Тут уже на ваше усмотрение. Складываем в кастрюльку и пересыпаем сахаром. Можно, конечно, сложить все полностью и тогда засыпать сахар, но мне удобнее укладывать слоями. То есть небольшой слой сложила, чуть-чуть сахарка присыпала. И потрясла, распределила его. Дальше будет следующий слой, точно так же я его пересыплю сахаром. На вопрос, сколько сыпать сахара, я вам отвечу так. Я сыплю на глаз. Дело в том, что я не хочу, чтобы конечный продукт был приторно-сладким. Тыква сама по себе такой замечательный овощ, который имеет свои хорошие сахара. И ну, мне нравится ее кушать именно в таком виде, а не что-то очень сладкое, очень приторное. Поэтому сахар рассыплю на глаз, но скажу, что приблизительно на 2 5-литровые кастрюли, в дальнейшем в ролике вы их увидите, у меня ушло где-то килограмм сахара. Сейчас мы оставляем тыкву на некоторое время. Смотрите, вот буквально только я сахарком присыпала, она уже начинает пускать сок, то есть нам надо, чтобы она хорошо пустила этот самый сок. Во многих рецептах вы найдете, что нужно добавлять воду. Не всегда это нужно. Вы смотрите по тому, какая у вас тыква. Я воду нигде не добавляла, потому что своего сока было более чем достаточно. Но тыквы бывают очень разные, поэтому вы смотрите по состоянию. Это у меня тыква дачница, но, к сожалению, ободрался пакетик. Я специально сохраняла, чтобы потом посмотреть, что из этого выйдет. Но, тем не менее, название читается «дачница». Смотрите, буквально пару часиков тыковка моя постояла, и видите, почти вся покрылась жидкостью. Соответственно, никакой воды сюда доливать не нужно. Все, жидкостью покрылась, и мы ставим на нагрев. Можно огонь сделать большой, но умеренно большой. И наша задача закипятить, и буквально, чтобы пару минут покипело. Первый раз я вскипятила, остудила, и если по краешку еще где-то они матовые кусочки, то вот здесь они начинают приобретать прозрачность. Вот на таких, может быть, даже больше будет видно. Вот они становятся такие слизенькие и прозрачные. Но этого еще маловато. И нам надо еще разок закипятить, несколько минут покипятить. Но сколько, зависит от тыквы. Эта тыковка мягенькая. Я вот этих малышей попробовала. В принципе, он уже мягкий. Но нам еще надо, чтобы он чуть-чуть напитался. Поэтому кипячом буквально пару минут это покипит. И выключу. Мы погрели все. Второй раз полностью остудили. Это очень важно. И нагреваем третий раз. Постепенно вот кусочки все более и более становятся прозрачными. Сиропчик наш тоже постепенно уходит. И тыква уже мягкая и вкусная. Но еще нам надо немножечко, чтобы она отдала воду. После этого уже будем сушить. Тыква проварилась, потом я ее откинула на дуршлаг, жидкость стекла, и теперь я выкладываю кусочки на противень. Застелен он у меня бумагой и тонким слоем. Все перемещаю. Даже я бы сказала, моя тыква немножко перестояла, но на самом деле все очень-очень сильно будет зависеть от тыквы. Смотрите, вот показываю, вот он идеальный ломтик, то есть он сохранил свою форму, он слегка прозрачный, и если вы его попробуете на вкус, он будет мягкий, но при этом такой не разваливающийся. То есть он должен немножечко, ну как вам объяснить, как бы похрустывать на зубах так, чтобы вам это было приятно. Так, чтобы вы смогли его спокойно перемещать, и он у вас не разваливался ни в руках, ни под какими-либо столовыми приборами. Теперь выкладываем все это на противень тонким слоем, таким тонким, насколько это возможно. Если у вас какая-то часть совсем получилась развалена, то из нее можно просто доварить какое-то такое сладенькое, что-то типа варенья, типа конфитюра.
готово. Но повторю, что я укладываю слой более толстый, потому что у меня тыквы много. Чем тоньше вы положите, тем она быстрее высохнет, тем вам будет проще. И теперь отправляем все это сушиться. У меня тут много разных партий, поэтому покажу на них. Я, правда, здесь фольгу подкладывала. Смотрите, вот она еще не готова, такая вот слизенькая. И тогда она хорошо отстает. И, в принципе, даже если вы просто на противень выкладываете, то подвяливаете, видите, уже начинает рваться фольга, и точно так же рвется бумага, потом очень тяжело ее отодрать. Вот, вот идеальный, наверное, получится у нас кусочек. Да, смотрите, раз, я его сняла, и теперь уже просто, ну, либо на этот же противень перекладываю, либо на другой. В таком случае вам сушить все это будет гораздо легче. А держать полностью на бумаге либо на фольге, честно, я не рекомендую. И вот эти кусочки тоже, вот они у меня были такие немножко как бы присохшие, то есть вот на такой стадии они еще чуть-чуть не готовы. Но на такой привязанной стадии, чем-то ложечкой, вилочкой, мы их вот так вот пошевелим, тем более если вы добавите больше сахара, будет сахарный сироп, все это будет прилипать, поэтому... Взяли немножечко, все это пошевелили, и уже дальше оно замечательно засохнет, вот так как здесь. Вот так из простого овоща у нас получилось вкусное и полезное лакомство, которое можно добавлять в дальнейшем в каши, например, если оно клубиками, либо если вот оно дольками, можно кушать вместо конфет. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, поскольку канал у нас с виноградной тематикой, под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших виноградных сортов и мои контакты. До новых встреч!